Находясь на самоизоляции, пожалуй, все оценили безграничные возможности интернет-пространства для саморазвития. Благодаря видеоурокам, вебинарам, конференциям, форумам есть реальный шанс обучиться практически всему, и такая форма стала популярной. Разобраться в инвестиционных вопросах давно хотела Елена Сливкина. Чтобы красный диплом экономиста не пылился на полке, она решила хоть где-то применить свои знания. Поэтому купила онлайн-курс с лекциями и практическими заданиями, который раскрыл ей тонкости брокерского дела. Курс не прошел зря, и Елена уже готова действовать. А начиная там 4-5 часов заниматься курсом, то хватает времени, и ты больше познаешь и увлекаешься, что ты хочешь там скачать программу, открыть инвестицию, стать на биржу, там, может быть, ну, начать играть и все остальное. Ну, если как это к этому придет. Ну, нам давали задание, чтобы мы открыли брокерский счет, который ни к чему не привязывает, и там не обязательно иметь там миллионы, там, тысячи, все остальное, хватает там тысячу рублей, грубо говоря, для того, чтобы купить какую-то там акцию. Ну и с ней начать работать. Погрузиться в экономику решил и Алексей Морозов. Он вообще снова стал студентом и поступил в магистратуру экономического факультета Омского государственного технического университета. Успешно сдал вступительные экзамены, и вот как объясняет свое решение. Сейчас такая обстановка в мире, что надо быть всеми пядями во лбу, все аспекты нашей жизни знать. С любых сторон, с юридической, с экономической. По работе тоже приходится сталкиваться с этим. Очень часто рассматриваем проекты по автоматизации с экономической точки зрения. То есть где надо посмотреть, какое оборудование подходит применительно к нашему производству. Может быть, есть российские аналоги, как вот сейчас по программе импортозамещения тоже вопрос рассматриваем. Нехватку физического развития на самоизоляции Алексей восполнил доброй инициативой. Находясь в отпуске всей семьей, он попробовал себя в качестве сварщика и агронома. Из старой арматуры соорудил футбольные ворота для детей и взрастил газон. А для души Алексей прошел бесплатный вебинар по компьютерной программе для создания видеоигр. Получилась ретро-стрелялка в стиле компьютерных салонов 80-х годов. Там было первое задание создать космическую стрелялку. Я показал ее сыну, ему понравилось. И у меня получилось, в принципе, там не так сложно было. Ну, навыки программиста там нужны, конечно. Ушло на это 3 дня. Платформа уже, скажем так, как конструктор, представляет собой конструктор. Там уже есть готовые формы, только их надо адаптировать под свою фантазию и под задачи, которые, допустим, будут реализовываться в игре. Есть и те, кто провел время с пользой для своего профессионального роста. Мой коллега Алмаз Абдельманов, будучи корреспондентом телевидения, решил себя попробовать и радиоведущим. И сейчас он продолжает обучение в Федеральной школе радио. Через конференц-связь с ним и другими участниками работают такие профессионалы, как Антон Камолов, Ольга Шелест, Максим Привалов, а также актеры и педагоги по радиожурналистике. За время занятий Алмасу удалось подкорректировать речь, интонацию, а также открыть в себе способность к импровизации. Вообще не вижу, чтобы я там вел шоу, там шутил, импровизировал. Говорит, нет, как раз таки вот Привалов сказал, что и Камолов сказал, что мы показали на вашем видео, что вы отлично подходите вот под шоу. И, тем более с такой внешностью там запоминающейся. Я успел один раз провести типа включение вот с женой, ну и сам позвал друга. То есть они мне типа звонили, я там проводил якобы шоу. Это все со стороны снимали. Конечно, мы там делали акцент на речь, на дикцию. Мы читали стихи, скороговорки, плюс какие-то с шариками, с какими-то конфетами во рту. Журналистику на самоизоляции осваивала и Анастасия Павлова. Участвовала в вебинарах, прочитала книги на эту тему, а также успела поучаствовать в конкурсе «Команда Урала», направленном на формирование и развитие управленческих компетенций. А еще прошла популярный марафон желаний известного коуч-тренера. Самоизоляция также дала Анастасии время, чтобы всласть постоять у плиты. Она впервые сварила тайский суп том-ям и сделала варенье из шишек. Я прочитала в сети о том, что можно сварить варенье из лиственницы из шишек, которые только-только появились. Вот эти маленькие розовые красивые шишечки, которые мы все смотрели по весне. Вот. И в один из вечеров я сходила, собрала, собственно, эту шишку и следующие 2 дня занималась сваркой этого варенья.
Многие наслышаны и о рукодельных талантах Анастасии. За эти месяцы у нее была возможность погрузиться в вышивание крестиком. Сейчас она работает над картиной для кухни и в процессе не замечает, как пролетают часы. Юлия Надрага, Кирилл Мамонов, Новый Уренгой.